Ни фанфар, ни толпы болельщиков, ни праздничных речей. Участница Олимпийских игр в Рио Инна Тружукова вернулась домой на ульяновскую землю. Довольно будничная обстановка в аэропорту Восточный, как следствие скромного результата. 5-е место в турнире по вольной борьбе. Отдохнуть нужно хорошенько после Олимпиады. Я думаю, с новыми силами браться за новый олимпийский цикл. Мы будем ей как бы помогать во всех ее начинаниях спортивных. Ну и будем за нее также переживать и болеть. Я думаю, что если все сложится хорошо, то на следующий олимпийский цикл у нас обязательно будет медаль. Но прежде Тружуковой предстоит выиграть схватку с президентом Федерации спортивной борьбы России Михаилом Имиашвили. Олимпийский чемпион 1988 года в Сеуле, он посчитал безвольным выступление ульяновской спортсменки и в резкой форме высказал свои претензии. В окружении самой Тружуковой утверждают, что не обошлось без рукоприкладства. По жизни никогда не поднял на дочку руку, а вот какой-то дядя здесь, вот, скажем, уже... Он два раза ударил, еще хотел третий раз ударить, его отошли. Ну разве так можно, делается? Можно так или нельзя, скорее всего, решит суд. Инна Тружукова, по собственному признанию, уже подала заявление в прокуратуру. Ее иск в адрес главного борца страны сопровождают опытные юристы. Особенно я хочу, чтобы все-таки он признал вину свою, что он действительно ударил меня. И думаю, что это не должно оставаться безнаказанным. В ближайшие дни Тружукова проведет дома в Цельнинском районе Ульяновской области. Вместо тренировок запланированы мастер-классы с юными спортсменами. На борцовский ковер она, скорее всего, вернется только после того, как закончится ее судебная схватка с Михаилом Имиашвили. Михаил Сашанский, новости Ульяновской правды.